Сегодня на форуме «Стоимостного инжиниринга» мы продолжаем очередной шаг с точки зрения развития отраслевой нефтегазовой секции. Доклады ориентированы на тот фокус, который был определен с учетом потребностей участников секции. Я надеюсь, что всем будет очень интересно. Нам также интересна обратная связь со стороны участников. Отмечу, что динамика достаточно положительная с точки зрения тех, кто проявляет интерес к активностям, связанным с секцией, со стоимостным инжинирингом.